Ну что, Юрец, пить или курить? Вот в чем вопрос. Хотя здесь это вообще не вопрос, потому что именно здесь пить и курить и танцевать начинают с самого раннего возраста. Именно эта страна никогда не видела снега, не пила кока-колу, не смотрит рекламу и фая. Там нет Wi-Fi. Друзья, мы с вами на острове Свободы, в клубе Болеро, и это Куба. Так что пить или курить не вопрос. Че, наливай. Юрика, бери, че я буду, как алкашка? Машка, не алкашка. С вами программа «Каза». Что мы будем снимать? У нас лифчик будем снимать. А я без лифчика уже. Ну, нормально, пришла подготовленная. Кстати, дорогие друзья, хочу вас познакомить. Отблески звездной славы ведущей программы «Коза» падают прямо на вот эту милую даму, потому что это моя сестра Анастасия. Многие говорят, что мы похожи, мы в это не верим. Вот так вот, ну, как крутые тёлки. А вот, конечно же, программу «Коза» наши родители не смотрят, поэтому сейчас они не видят, повезло, что мы так с тобой как курим. Давай, затянулись. На самом деле я выбрала молодого человека, потому что мы с ним сегодня в тренде. Мы явно подходим друг к другу. Мы можем идти с вами на революционную свадьбу. Я не против, да. А вы одевались специально сегодня под вечеринку? Нет, я так всегда одеваюсь. То есть ну, вы... в последнее время хожу. У вас одна футболка и одни штаны? Да, и больше ничего. Вот, и одни кроссовки. И последнее вы отдали за вход в клуб «Болеро»? Угу. Откуда вы знаете? Да сама такая, вот стою одна. Мамочка и папочка, добьем вас танцем. Держи. С горла? А ну давай. Настя, ну мы же леди. Прямо как в 9 классе на площадочке. Только в 9 классе был недорогой. Ром, не суй мне в рот микрофон. А в 9 классе была настоечка на коньяке вишенка. Мамочка и папочка, сестры Волченко пьют за вас. И Viva la Cuba! Viva la Cuba! Viva la Cuba! Здравствуйте, и с вами снова программа «Очумелые козлиные ручки». И сегодня мы будем делать кубинские социалистические карточки, по которым мы с вами получим бухлишечко в клубе «Болеро». Для этого берем листик, берем ножнички и берем маркер. Берем очечки, чтобы полис нас не словил. И теперь главный штрих. Вот так просто можно экономить минимум 150 гривен. Made in Куба СССР! Роман Геннадьевич, знаете, у нас на Кубе мы зарабатываем всего лишь $20 в месяц, в отличие от вас, ведущих, которые стоят... Не буду говорить сколько, но это лучшая свадебная ведущая информация прозвучала на правах рекламы, Орлову потом занесешь. Так вот, вот это карточки, по которым мы получим бухлишко в магазине на баре. А за что их надо получать? Нет, ну сначала, конечно, получать, а потом надо уже расплатиться. Ну так на баре всегда в Болеро. Ну, держите, я буду сценарий учить. Развод, а мы идем пить. Смотрите, что у нас есть. Давайте нам Куба Либру быстренько. Смотри, как Тима это делает. Да. У-у-у-у-у!
Девочки! Дух свободы, прям революция. Сейчас пару глоточков на барную стойку и танцевать, поэтому мы заканчиваем программу «Коза». Увидимся с вами уже в следующем выпуске. Пока!